Всем доброе солнечное утро. Хороший денек сегодня. Солнышко светит вообще. Ой, аж в глаза зашло. Вышла сейчас. Сейчас пойду схожу в горсовет. Маме забрать документ. Пойду с Викулей. Как раз сейчас урока нету. С ней прогуляемся. Я ее вытащу с хаты, чтобы она хоть немножко подышала свежим воздухом. Сейчас 0 градусов на улице. Так что потом попозже сходим за гуманитарной помощью. Потом покажу, что мы получили. Ну а так, пока все хорошо. Конечно, с утра уже бахкает где-то что-то. Какие-то учения происходят. Ну, ничего. Главное настрой. Все будет хорошо. Все у нас будет отлично. Проходила мимо, и вот рябина висит до сих пор у мамы. Красненькая такая. Вот что осталось уже от нее. Где-то что-то гремит далеко. Ну, где-то далеко, я не знаю. Это отлеты или прилеты. Непонятно, конечно. Вот. Ромка сейчас. У него урок идет. Я сейчас быстренько тут недалеко схожу за этой бумажечкой. Вот. Так что Саша на работе, как всегда. Мама на работе тоже ходит в магазин. Работает. Пока месть у нас все работает. Слава Богу. И магазины. И аптеки. Ну, Укрпочта работает. Новая почта у нас не работает. Работает только в другом большом городе. Ну, ездим туда за посылками. Слава Богу, есть за что еще, конечно, что-то заказывать. Получаем. Саша едет с работы, заезжает как раз ему по пути. И заезжает, забирает посылки. Вот. Хорошо на улице. Снежок лежит. Все беленькое. Хоть что-то радует. Так что будем жить. Вот туда мы сейчас, вот то большое здание. Сейчас туда пойдем с Викусей. Так, пришли за Викой. Шо ты, мальчик? Шо ты хороший? Шо? Шо, миску забирать у тебя? Да? Ты покушал? Да, мальчик покушал. Покушал, дай поглажу. Тебя забирать? Да. Все. Ты покушал. Сейчас пойдем отнесем миску маме Оксане. Так, мама уже печку топит с утра, с 6 утра. Ой, Барсик, привет! Шо ты, гуляешь? Котики на уличке. Вот. Все, пришла я за Викулей. Так что пойдем, да, Викуль, да, сходим. Больно. Ну да, ну вообще прям солнышко так светит. Ну, еще и от снега, да. Ой, Рексушка стоит, мальчик ждет. Ой, сосна какая. Или елка. Я не помню, сосна или елка дать. Сосновая елка. Ой. С тобой не соскучишься. Ты боишься снежка? Неси снежок мне. Отдай. Ух ты!
Молодец какой. Да, мне так сильно нравится. Понятно. Ой. Ты что, проехала? Проехалась, да, такая что-то. Так, наверное, лыжная порода. Так, ну рассказывай, что там Максу вчера? Подарок понравился? Да. Вчера же был день Валентина. Да, он меня тоже угощал. Да. Конечно. Все съели? Нет, кстати. Нет? Понятно. Он хотел мне его отдать. Да ты шо? Там где-то стрельба у нас там. Это учение. Ну да. Боже, мы уже так наученные люди уже. Там учения, там отлеты, там прилеты. Только зачем оно мне в 16 лет надо? Вообще, даже не только, да, не только в 16 лет, дочь. В принципе, оно нам такое не надо. Мы хотим мира. Мы хотим жить спокойно. И счастливо. Гуляли вчера, я сейчас иду фонариком свечу вечером уже, когда угу. Вчера отвели. И у меня фонарик, когда или холодно, или просто процентов мало, короче, начинает выделываться, выключаться. Ага. И мы идем, а там у кого-то во дворе кто-то что делал, бахнуло. Ага. И у меня фонарик выключился в это время. Я так испугалась. Ты понятно. Все. Я же остановилась, вот так вот тут думаю, что делать, что это было вообще. Еще и с фонариком этим. Ну, оно всегда какие-то совпадения есть, а и ты пугаешься. Как Оскар бегал? Или ты уже? Нет. Нет, не уже или нет? Не уже, и я не знаю. Не, ну я просто спрашиваю. Ну, посмотрю. А ты еще не смотрела? Нет, я смотрела, я говорю, посмотрю, ставлю или нет. Это Вика мне говорит, что они вчера ходили с Оскаром гулять и с Максимом. Отпускали Оскара, как он там бегал. Ну, я вам покажу потом, сегодня вставлю видео, покажу. Говорит, а мы завтра будем брать Оскара? Что, Максу понравилось? Говорит, он так классно бегает. Ну да, он как зайчик прыгает, начинает прыгать. Да. Так, ладно, пошли, потому что там люди не ждут в горсовете. Могут еще и уйти куда-нибудь. А мне надо сегодня этот листочек взять, документик. Убежим тогда. Че справочку, че шо это оно такое, не знаю. А можем мы местами поменяемся? Ну давай. Вот как у нас дома построены, прям... сказать, на горе. Да. И зато... люди живут нормально. Зато, если потом... Конечно, огород вот это вот как-то не очень удобно так. У нас бы папа это все выровнял. Да, ну как бы он выровнял. Нет, он бы привез сюда 10 машин. Ага. Ну да. Тарелки даже стоят вот так вот. Современные люди в селе. А тут было болото. И ну, оно и есть летом. В детстве. Что об этом лучше молчать? Понятно. Это же дерево какое большое. Туда. Ага. И тут все заросло камышом. Все заросло. Туда же ходят и мама Оксана, и мы тоже иногда ходили, тоже помощь туда получать. Нам благо, что недалеко мы живем от этого места, от ну, клуба и горсовета. И в этот клуб, и в Водинский клуб вообще близко. Ну да. А у нас сегодня репетиция. А на сколько? На 4. Понятно. Так что сегодня с Оскаром не получится. Ну да. Ладненько. Так, взяли уже бумажечку маме. Справочку. Кто тут кашляет? А что у тебя в телефоне фонарик горит? Темно, что ли? Так. Вот сейчас будем спускаться туда вниз. Ой, как громко. Ой-ой-ой. Ну да. Мы привыкли уже. Ага. Кстати, хлопцы тут были, он окопы рыли. Приезжали. Ну, очень давно, да. Даже летом были. И вот еще. Сейчас. И вот. Ой, бедные хлопцы, конечно. Мне их жалко. Хочу в Еву. Чего? В Еву. И просто. А у тебя деньги есть? Да. В Еву ехать? Да. Там места в машине нет. Ты же сказала.
Ну, посмотрим, уже мы этот, не знаю я, с кем будем ехать, и мы не с утра, а в 12 будем ехать аж. Ну, прекрасно. Ну, посмотрим. Ладно, пошли. А то мы так стали. Речка течет. Да. Днепр. Так. Мостик такой узенький-узенький. Ой, сейчас поеду по этому мостику. И будет прекрасно. Мне постоянно кажется, что я буду идти и провалюсь на этом мостике. Чего? Ну, Ляня, ну как вот тут. Этому мостику, знаешь, сколько уже лет, Доть? Да, 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 да. Это мы по этому мостику, знаешь, сколько людей прошло, особенно молодежи, когда ходили на танцы. Там и тут, тут на танцы прошло молодежи столько за много лет, что он вообще выжил и в прекрасном состоянии еще даже. Так что вот так вот. И я даже ходила. Не знаю, сколько раз, конечно. Вот. Ой, дерево какое старое. Ля, прям закрученное, ага. Ничего себе, перекрученное все. Вот как так росло. Ну да. А кому сейчас легко? Это точно. Пришла домой, зову Оскара гулять. Пойдем гулять, Оскар. Пошли на уличку гулять. Пойдем. Пошли гулять. Пойдем смотреть, кукла на кого гавкает. Пойдем, пойдем. Давай. Пошли. Ох ты. Коты там, да, Оскар, бегают. Ох и коты. Вот так, погонял ты их, да? Вот так погонял. Молодец. Так, пошли смотреть. Что там кукла, кого она там, на кого она там гавкает? Ох и кукла. Кого ж она там гавкает? Кукляха. Ты на кого там гавкала? А? Курочки вышли. Вот у нас вот такие курочки. Да. Так, я взяла палку, так как я боюсь петуха нашего, который дерется ни с того, ни с сего. Вот. Высыплю им кашку. Вот так вот поклюйте, покушайте, да. Кукляха, что там, коты лазят, да? Так ты и гоняешь. Чужие коты лазят. То по заборам лазят тут, то собаки, конечно, отвязанные, бездомные ходят там по огороду. Там уже следов столько вообще. Да, петуня? Вот так ты умеешь, да? Бедненький. И жалко тебя. Ой, ой, ой. Так, на меня не надо кидаться. Вот не надо на меня кидаться. Вот представляете, какой она? Вот, вот этот Петька. Ты чего такой агрессивный? Я ж тебя не трогаю. Я понимаю, что ты тоже защищаешься. Но я что, тебя не трогаю? Немножко гребешок у него отмороженный. Были морозы. И немножко отморозил себе гребешок. Шо ты, поклювать захотела, да? Ну, поклюй. Давай. Кашу едят. Только палец мне не отклю... Не отклюйте. Не откусите. Ой. Боже, Петя, иди, иди лесом. Я тебя боюсь. Вот так вот. Куры вообще меня не боятся. Абсолютно. Сейчас пойдем посмотрим, снесли вы яичко или нет. Каждый день несут по... Ну, когда два, когда три яйца. Когда пять могут снести. Вот так водичку пьют. Да все, хватит тебе уже клевать. Там уже ничего нету. Да?
Все, надо будет потом хорошенько вымыть тарелочку с моющим. Так, посмотрим, снесли ли они яйцо. Тут Санька сделал вот такую несушку, чтобы яйца скатывали. Даже ковры постелили. Во, есть, два яйца даже есть. Вот так вот. Вот умнички. Потому что раньше ели яйца, а теперь посмотрели в Ютубе мы. И сделал Санька такую несушку. Два яйца вот таких снесли. Так что будем жить. Класс. Вот так. Оскар, ты гуляешь? Снеговик наш упал вчера. Растаял и все упало. Вот. Очень жалко, конечно. Вот смотрите, как вчера было вообще. Все беленькое, красивенькое. И за день вчера все растаяло. Вот. А ты что там грызешь? Ты что лед ешь? Уже иногда как что-то где-то шарахнет, и собаки как начнут гавкать. О, милаха сидит наша. Милка! Ты что там, жениха ждешь? Какой-то кот тоже таким цветом, как и она, бегает к ней, женихается. Да, милаха? Пошли домой. Идешь домой греться? Милка, пошли домой. Пойдем. Да, Оскар? Идем греться. Чай купить. Да? Пошли. Ребята, вышла на улицу. А у нас метет снег. Какой повалил вообще. Класс. Сейчас иду за дровишками. Будем растапливать печку. А Оскар тут котов гоняет. Да, Оскар? Что тут? Коты, наверное. Боже, какая прелесть. Класс. Обалдеть, какой снег идет вообще. Просто обалдеть. Да, Оскар? Сейчас уже выбрала печку. Жужжалку выбрала с нее. Пойдем за дровишками. А потом чуть попозже, как я и говорила, с Викой пойдем за гуманитарной помощью. Вот. Сказали, не надо никаких документов. Просто на одну семью, одна коробка. Приехала какая-то помощь, не знаю откуда. Какая-то машина, сказали. Так что будем получать с Викой. Вот так вот. Пришли с Викусей. Ой, с гуманитарной, или как сказать, получили, короче, гуманитарную помощь. Вот, две коробочки получили. Скотч. Очень большая машина была. До сих пор люди получают. Так, смотрим. Person kit program. Вот. The Howard Buffett Foundation. Вот такая помощь. Так, смотрим, что внутри. Нам самим интересно еще. Мне жалко тех, кто нас смотрит, кто там по-английскому базарит. Я чего? Сейчас так ужасно прочитала. Нож делать. Так. Ничего себе, палочки, да. Палочки сладкие. Классичные. Распаковка, чек. Да. Так, палочки. Перчатки. Ух ты, прям две пары. Оно, они на меня налезут вообще? Я, ну, да, ну, с твоими ногтями, конечно, оно. Короткие у меня ногти. Не налезли, кстати. Еще даже повесить. Ну, они тепленькие. Тепленькие, да. Я думаю, они будут промокать. Ну, это да. Они... Дальше. Вау, что тут такое? Это набор. Это видать. Мир. Чисти мир. Тут, короче,
кондиционер, шампунь для волос. Ну да, написано мыло какое-то. Мыло? Ну, обычное мыло какое-то. Короче, оно там перерабатывалось. Зубная... А, давай открою. Давай. Зубная щетка. А, это как одноразовая. Ну да, что-то такое. А дай бог хоть один раз. Ой, тут... Да, ну да. Она уже искривилась. Ну, ладно. Ну и тут спасибо, а, конечно. Давай, сюда. Дальше. Зубная паста. Ну, пахнет, угу. Кстати, как эти жвачки с ментолом. Понятно. А. Ну, ну все, да. Ну, мы на не угу. Ну да. Так, дальше. Дальше что у нас тут? Салфетки. Ага. Нужная тоже вещь, конечно. 72 влажных салфетки. Угу. Не знаю, как переводится. Давай, давай дальше. Ну, надо же свои английские способности. У нас, борошно пшеничный. Ставь обратно. Так. Дальше. Ух ты. А что это такое? Хенд для рук. А что для рук? Хенд санитайзер. Это антисептик. А, ничего себе. Да, это вот антисептик. Это да. Он прикольно. Да. Каким-то клеем пахнет. Ну, кстати, реально прикольно. Было бы поменьше, я бы себе забрала. Так, дальше. Ну, Алия ж показывай. Алия. Я что там увидела? Дальше. Куриное мясо. Мясо. Мясо курей. Господи. Макарошки. Горох. Горох. Яичко. Ага, яичко. Яичко. Угу. Цукор, сахар. И еще одна яичко. Там. А, еще одна яичко? Ну да, такая же. Ух ты. Горошек. Ух ты. Консервируют. О, печенюшки. Блин, было бы классно сделать. Прям как на День Святого Валентина. Какую-то глазурь и украсить ее. Ага. Ну да. Это сгущенка Викина любимая. Баночка. Да. Полтавочка написано. Ну, как обычно. И, а, сардины. Ух ты. Ничего себе. Обалдеть. Я... Ну да, спасибо большое. Надо ничего себе, гуманитарка какая. Ну вот это... Ой, какая-то... да, конечно, лучше бы не было войны. Вот эта коробка, там так же самое все. Ну да, ну всем все одинаково дают. О! Проспиртованное, спирт. Да, спирт, ага. Ну, если не внюхивается сильно, пахнет прикольно. Угу. Все, оно впиталось. Класс. Можно облизывать. Так, ну все, сложу обратно. А, ну еще была пачка салфеток, но я ее уже себе забрала. Понятно. Мне нужны. Mm-hmm. А хорошо. Эти палочки я себе забираю. Хорошо, забирай. Потому что Роме будет, есть. Да. Там Ромке будет. Все. Спасибо, дочка, что со мной сходила. Мы там пообщались с народом хоть. Да, увиделись, увидели, напомню. Сколько на поселке людей осталось еще. Я столько никогда в жизни тут не да, видела. Да, не, ну что. Ну тут я не... Ну не совсем не... много их людей. Со своими... Друзьями пообщалась. Забыла слово «друзья». Так что так, все. Всем пока, до новых встреч. На сегодня все. Будем скоро встречать папу, бабушку. И печку топить. Да. А то мы еще сегодня печку не топили. А Дотя идет скоро на тренировку, да? На танцы. На танцы, да. Кстати, я вам покажу потом, когда она выступала там. Давай на 8 марта я выступлю, покажу. И на 8 марта выступишь и покажу тоже. Да, все там хорошо, все красиво. Она стесняется просто. Да я просто танец не знала. Ну немножко там, боже мой. Потому что ты болела. И поэтому немножко там подзабылась. Угу. Ну все, пока. Всем.